Ну что, всем привет, друзья, с вами Андрей Кондрат, это у нас игра на LiveCS, Тиматик против Team B, B против A. Ну и что, первая пистолетка, как она стоит, верно? Мы уже будем непосредственно смотреть за этой игрой. И что, Team B, Teddy, Boom Wolf, Deepfa, HightH и Enzor. А затем Руслан, Go-Go, Хелке, Деслей и Пират. Опа, ваншот прошел. Хайтэч дал один. Ваншотника, Мензоро, еще минус. КП. Дальше уже все. Дальше, по сути, тахаечка. Хайтэч, опять же, головашот. И первый раунд уже за дефенсами. 1-0 они повели. Смотрим за ними дальше. Второй раунд пытался обмануть ТФГ и поставить пачку, но Энзор ни пальцем дел, не дал ему совершить такое преступление, его и 2-0. Второй раунд, еще одно эко последует, как-то не было пачки у основного ребят. Ну, конечно, они не глупые, сыграют, конечно же, один эко раунд. Так, ну что, 2Б, это, видимо, будет аркада. Может, 5 ямов, 5 закида, что ли, от дефенса? Пока этого даже и не происходит. Странно пока что действует. Парни, ну, смотрим. Пуз забирает Хайтэча. Вот уже полтора проаркадили. Пацаны, ну, смотрите, на небо стали. Тут Домиси стреляет. Как-то никого не видел. Сделка на Абиссе. По одному патрону. Ну, все же Тедди 2D его забирает. И с Энзором. Еще Энзор минус винт. И последний игрок это... Name. Также полетел от Бумвова. Третий раунд 3-0. Россия впереди, довольно уверенно. Ну, сейчас уже посмотрим за первым байраундом. Как они отыграют, а будет ли АВП. Да, есть АВП у дисплея, рискнул взять его, но за дефенсов. Что? До сих пор морковка есть. И да, Хайтэч. Хайтэч взял одно АВП. Так, ну тут флеши не дали АВП сильно разгуляться. Смотрите, Энзор, Аркадис, играет АВП дисплея. Буз, 2 фрага, точка Б. Открыт Б-плент, Хайтэч уже туда оттягивается вместе с Дипфа. Ну и будет сейчас принимать у нас Хайтэч. Интересно, он не успел, да, даже попасть с АВП ни по кому. Ну сейчас будет, видимо, кидать просто гранату и пытаться зайти уже в плент. Дать своему тиммейту зайти, но вот Дипфа уже зашел. Ну, он стреляет непонятно, ну и полз подрывает Дифу, бомбу в размер. Подходит бомбу с банана и нейм его опрокидывает на спину. И это Хайтэч остался, банальный сейф, и у него один с хп. Первый раунд возьмут парни. Ну, тут паузу сделали ребята. Подождем, конечно же, продолжим. Да, уже затяжная у нас пауза проходит. Ну, думаю, сейчас уже скоро и пацаны продолжат эту игру. 3-1 уже, напомним, взяли
первый свой раунд. Тима, ну и что будет дальше, пока что никто, я думаю, не знает. Клубная эйфория. Dance Machine. Ну что, пауза прошла у нас, и уже смотрим за игрой. Первый раунд за атакой, 3-1 счет. Ну и что, занимают пацаны точку Б, один хай-тэч туда вошел, САВП будет отсматривать ее, ну и вот Пуз уже проходит с ямы, будет нас выходить на мидл, видимо, по НП двое зашли в люльку с диглами, дипфа забрал Деслая, ну и Нейнейм сделал размен, как раз отсматривал вот люльку в такой позиции, и, конечно же, убил своего оппонента. Хайтэч, еще минус Пуз, который как раз пошел на яму. Ну и теперь, видимо, мне кажется, будет Нейнейм отсматривать сейчас мидлу, пытаться дать минус. Вот как раз там есть бомбов с Энзором. Ну и Тедди проаркадил винт и поставил один головошот. Да, миди, размен. Нормально, и ситуация уже 3 в 2. Опять же, защита у нас в большинстве. Ну, есть АВП. Ну зачем аркадить там мидлу, ребята? Проаркадил, и даже нет, успел бомбу забрать одного. Одного товарища, ну и Дамиди сразу же последовал от него размены. Энзор минус Дамиди, это четвертый раунд, 4-1 счет. Пацаны неплохо начали игру эту, очень неплохо. Хорошо играют. Есть фраги, ну конечно тупости было так, прилично, можно сказать. Ну ладно, эко-раунд скорее всего будут играть парни из атаки, но нет, видимо один девайс. Один девайс пока что только. Все что ли? Нет, полный бай, пацаны, сделали. Ну и теперь что? Опять же банан хай-тэч, но туда зачем-то вошел еще один его тиммейт. Ну что, на винте, как мы видим, много игроков. Сейчас будет жуткий прием, видимо, если пойдут на этот самый винт. А вот первый Деслей идет получить по своей голове. Деслей, минус он, Энзор его забрал. Ну и хай-тэч с АВП отыграл на ура. 4 в 3 пытаются еще на винте. ХФГ туда пытался пройти, еще забрать. Ну, один АФК Тедди стоит, это очень плохо. Бомбов, еще минус Дамиди. Дамиди успел сделать размен, вернее, даже первый забрал. Но потом последовал размен, пачка выпала на винте, как мы видим. Заход Нейма. По ниду, что, будет в ковры пытаться зайти, что ли? Оп, бомбов, нежна для ХФГ и минус он. Так, ну, Нейм будет в ковры залазить. Да, давайте посмотрим сейчас, как он отыграет спину. Как таковая спина будет, а вот увидел голову, ну и среагировал бомбов и отошел сразу с винта. Пачка у него, можно никуда не спешить. 73 хп у Нейма и 20 секунд до конца этого раунда. Хайтэч, минус Нейм, последний фраг произошел. Пятый раунд, даже четвером, пацаны. Ну ура, отыграли и пятый раунд взяли, 5-1 счет.
Так, ну что, опять же смотрим, опять же второй мид, мидл, оп, попал в руку, оставил 45 хп через стеночку. Ну и дальше что, Кёрт Лёнька растерялся, просто Энзор, ну вот успел забрать, минус 2 от Энзора, еще третий, минус 3, яма просто провалилась. Атаки, ну Десла отрабатывает, хедшот поставил, дипс, и Хайдайчи опять же размен на банане, сразу же происходит такой размен, да мидил ласт игрок, и Энзор, минус 4 в раунде, с АВП никаких просто шансов для ямы у него не оставалось. Так, ну опять же, яма, второй мидл, ну и давайте посмотрим за ними, должно быть АВП, ребята на него были, но Десли взял его, и опрокинул Тедди. Десли минус банан, есть такое дело, и дальше что, на яму зря выходил смотреть дипфа, мог получить, конечно, от авапера, но авапер у нас Десли в песках, как видим, 18 хп у него осталось, а ушел в метро, он и сейчас будет пытаться опять же отстрелить либо мидл для своих тиммейтов, чтобы они смогли все же зайти на этот плент. Ну не знаю, давайте посмотрим, ковры смотрят такой позиции. Энзор, хуй как, просто разнес бумбу. Бумбу в минус 2 сделал, ну и ХФГ с ямы успел его убить. Последняя, ну и дипфа не оставляет ни единого шанса. ХФГ даже отпрыгнуть куда-то в 7 раунд, минус мораль. Уже 6 раундов подряд просто взяли и потеряли, конечно. По глупости, ну, дали пройти на точку Б, и таким образом был потерян первый раунд. Ну, пока 7-1. Вот, полтора поджим погнал. Хайтэч минус Деслей. ХФГ разменчик. Ну и все, поджим, в принципе, там потерялся. Ну, не знаю, что с АВП шел на аркаду. Нет, Хайтэч успел убить. Ну и поджим забрали. Тедди минус пуз. Ну что, пацаны, куда? Ковры будут идти, видимо, один АФК, еще и пачка на полтора, трэш, просто они им уже нихера не светят в этом матче, в этом раунде, извиняюсь. Ну, Дамиди пытается, посмотрите, выходит в яму, вот видел игрока, знает, где находится, может Неждан быть, а? Не забирает даже Тедди, хедшот Дамиди, Тедди два фрага, последний нейнейм, который стоит АФК, видимо, дали инфу, Тедди погнал. Да. Еще и АФК, пацаны, стоят. Это, конечно, печаль, да. Тедди забирает последнего игрока. Восьмой раунд. И еще минус один игрок. Это вот у нас сделался. Мы видим, ну что, паузы не будет, видимо. Либо в нексте уже пацаны ее сделают. Ну, пока 8-1. Уже можно говорить о победителе. Наверное. Ну, мне так кажется, так как за атаку тут можно много раундов взять. Агрессивно играть. Так как... пацаны сейчас делают, просто стоят и ждут непонятно чего. Так, Деслей забирает первого. Вот неудачно упал. Увидел еще, не попал. Хайтэч минус КПГ. Ну и тут еще плен. Как раз выходит пуз. Минус один делает. Дипа разменный. Нэн, зажим. Минус дипа. И что, где АВП? АВП уже там нет. Хайтэч оттянулся с банана. Ну и пропустил точку Б. 3 в 2 ситуация. Есть АВП у Хайтэча, который вот при нем прием. Принимает, оп-оп-оп, ну как так-то, даже не успел стрельнуть, он что, проводил просто его взглядом, я вот не пойму, ну, Десла пытается уже собрать на банане игрок, выходит Тедди, минус он, ой-ой-ой-ой-ой, что повесил нейнейм, и еще Дамиди разбирается с последним игроком, 8-2. 8-2, ребята, тут уже 10 раундов отыграно, ну и пока, конечно, сложно сказать уже, кто победитель, так как... пацаны начали неплохо так, стартанули, можно сказать. Ну и что будет дальше от них? Ну, пока что ну, я вот даже сам не знаю лично. Так, ну что, опять же яма, опять Дамиди, ну зря он с пачкой, по-моему, пошел на банан. Вот хорошо, что отфлешил Хайтэча, и не получилось забрать. Энзор будет миду смотреть. ХПК еще минус Тедди, ну и Дамиди остался отсматривать банан, как раз поджим. Он знает, что ребята любят поджимать банан. Ну что, ковры ХФГ открыл, ну и выхода пока что мы не видим. С малых отсмотр идет. Ну и что, будут выходить, видимо, на мидл плюс ковры. Вот, мид погнал, смог лежит, смог стрелять, бомбов минус ХФГ, Деслей, ковры распечатал еще раз, минус Энзор. Ну и Дипа делает размен. У нас 3 в 2 ситуация, пацаны, даем нейнейм, разбирается, минус Дипа, оп, трэш, бомбов было мало, ХП зажал.
и скилл не показал. Последний хайтэдж. Значит, если на зелень, он выжидает, минус мейнейм. И один в один ситуация, просто мало хп, я думаю, должны были дать инфу, что до миди ласт красный. Что он будет делать? 16 хп у него идет пока, как мы видим, в банку. В банку. Что это? Нет, люлька обычная. Вот выходит с люльки и будет проходить по 20. Сейчас будет пытаться установить пачку. Которая у него на руках, кстати. Отсмотр идет. Что он делает? 19-18 секунд. Да, он, конечно же, успевает ее поставить. Надо смотреть, как он увидел. Увидел, конечно же, этого игрока. И что? Ну, надо пачку ставить, да. Хаев плент, это просто беда будет. Да, беда, хайтэч подрывает до миди. Прекрасная хаешечка по таймингу. Ну и что? Девятый раунд. Девятый раунд за защитой будет проходить сейчас. Ну что? 9-2. Не успел убрать рекламку, я хотел на овервейсах у нас стоит. Чисто вот только вот обновил КС-очку, поэтому ничего не успел пока что особо и сделать. Так, ну что, план был установлен у ребят, и теперь они будут пытаться что, отыграть с диглами, или я вот смотрю, только два дигла есть пока что, ну... А ВП Энзора опять же отсматривает яму, помним его крушительный фраг. А вот нежданно миди с диглом и трэш отплэшили своего, но Энзор даже в таком положении успел забрать Десла. Я пуз минус стейди, что банан дипа еще остался на нем, но вот сейчас забирает пуза и... Ой, как же Гуанта попал, дипа, хорош парень, забирает опять же пуза. Опрокинул его на лопатки, ну и последние два игрока остались у пацанов. Пачка выпала, но они что-то на винте трутся, непонятно. Почему и зачем? Хайтэч отсматривать будет спину, как мы понимаем. Ну и три банан. Три банан в разных позициях. Могут жучить, могут не жучить. И все. По сути, им будет гайка. Энзор также тягивается в респаун. Там 10 хп, конечно, маловато у Энзора. Но на ВП, не будем забывать, это АВП может отыгрывать на ура, конечно, он тем более. Так, ХФГ минус дифа, и еще ХФГ минус бомбов. Ну зачем пацаны пошли просто на саму пачку? Ну и ХФГ бежит просто, не боится, думал никого нет, а вот тут нежданно Энзора. Ну я думаю, да, Линфу там как раз отходит. Отходит и будет ждать, Домиди вот в таком положении. А Домиди бежит, надо слышать, не попадает и теряет АВП. Ну хайтэч, надежда на него, не попал и он, трэш, Домиди берет раунд. Красавчик, товарищи, 9-3 счет. Три раунда уже взяли. За атаку, конечно, маловато. Можно было и больше, но думаю, хватит. Если за защиту пойдут нормально играть, то им все у них получится. 9-3, и что? Опять же яма, если АВП нет. Не видно вапера. Банан, мидл, дипфа, минус пуз. Пацаны решили поджимать. Был на полтора игрок, но успел отойти. Так, бомбок залазит у нас с собой люльку, будет отсматривать второй мидл, но второй мидл пока никого нет, Десла еще фраг, Тедди, а вот неждан бомбов опрокидывает у нас до миди, сносит ему просто всю броню, всю хпшечку и хфг, минус бомбов у нас на винте, хфг еще минус Тедди, еще поп, минус 3, теперь ситуация у нас уже 9-3 счет и ситуация 1 в 1, возможно уже четвертый раунд несется просто Украине. Ну, посмотрим, как сейчас произойдет у нас ситуация. Ну, может убивать сейчас он. Он просмотрел ХФГ, минус 4. Да, уж наполнен сегодня матч у нас различными хорошими фрагами. Ну, 9-4. Два раунда остается сыграть пацанам. И уже будем смотреть за второй половину. Привет всем, кто в чате. Я видел, там были люди. Люди. Так, поджим полтора вдвоем от пацанов из дефенсов. Ну и вот что, и попадают они уже на коцели. Коцели, конечно, ну Тедди мастер дигла просто и забирает еще один фраг, да, миди сделает размен. Ну, бомбу, выждал свой девайс, минус мейнейм. Ну, 2-3, еще фраг, Энзор, еще девайс сотый, минус до миди. Что будет? Нет, ничего не будет, КПГ забирает Энзора, пятый раунд.
Пацаны, все же, я так понимаю, взяли себя в руки и начали брать свои раунды. Ну, берут шестой, то уже куда ни шло, по сути, можно и брать. Ну, конечно, придется брать первую пистолетку, это однозначно просто. Ну, да. С музычкой прикольный стрим. Веселее, говорится. Ну и что? Точка Б. 5 точку Б пытаются сделать парни. Ну и заход погнал, пацаны, за пятью, за тремя. И что они будут делать? Предпринимать? ХАЕ выходит. Иглы, что ли? Обдевайся. Кто же был? Бомбу. В за тремя. Минус два от него. Ну и пачка стала. Атака затормозилась. Ну, скорее всего, она уйдет. Ну нет, ХФГ зашел уже. Минус один. Десла минус два. Нет. Минус второй не делает. Десятый раунд за Тим Б. Ну и смена сторон должна последовать у нас. Смотрим, вторая половина игры на проекте LiveCS. Приваточка, что ли? Не знаю, зашел на обычный микс. Нет, обычный микс. Зашел на какой-то миксик, ну и решил просто протестить. Один микс, отстримим и пойдем дальше. Так, ну что, яма. Куда? Мидл. Мидл решили, пацаны, все идти массой. Закидывают гранатки. Им флеши, надо выходить. Минус Deathslay, дипфа, два фрага с глока, затыкал просто всех своих оппонентов. Ну и что, есть плентия парень, вот сейчас его зачекают, хедшот Тедди, минус ХПГ. Два пацана остались за дефенсов, ну и три за атаку, что они сейчас будут делать. Ну а тут ничего, я думаю, уже не светит, если нейм вообще тупит парень, дипфа, еще фраг. Ну и что, идет еще до миди для дипфы. Минус 4. Да, это минус 4 Адипы. Ну и прекрасно пацан отыграл. Один раунд за Тим Б. Еще как минимум 2 эко теперь последуют за Тима. Я так понимаю, потому что им уже очень сейчас будет тяжело отыграться. Отыграться, да, еще и выиграть матч. Это мое личное мнение. Ну а там уже как пойдет. Скорее, возможно, раз. Закид был, что ли, не знаю, вроде был. Ну и что, перестрелка на миди, Тедди минус ХПГ, как-то Энзор долго ждал и не дожал. Не дожал Энзор, это пачка уже на апленте. А это чуть-чуть минус Десла, и дипфа остался, ну и нейм прошил его на точке Б. Пацаны, уже стяжка, видимо, пойдет, но один Тедди остался в пленте, не знаю, куда пошли два игрока атаки, зачем они это делают. Ну, Хайтэдж забрал до миди, теперь уже стяжка пошла на миди от Энзора. Вот неудачно он взял в руки глок. Ну, взял, уже надо было стрелять с него, но он не мог это делать почему-то по каким-либо ужасным причинам. Ну, и что будет делать у нас нейм? Пойдет ли он в ковры или нет? Просто будет сейвить, конечно же, не успеет. Он уже ничего сделать, будет один девайс у него. Но тут еще третий закинули пацаны, что он сам просто погиб. Погиб он, и 12 раунд за Тим Б. Что, куда сейчас пойдут у нас пацанчики? Сейчас это мы выясним. Посмотрим. Так, ну разнос погнал опять же от пацанов. Нейм этот девайс свой, ой-ой-ой, отработал товарищ-то как. Ну и теперь 3 в 2, можно даже попробовать взять раунд, но тут Энзор забирает пуза. И вот сейчас, знаю, что прошел пацан в рукав. Наверное, знаю, да. Вдвоем выжидали, Хайтэйч забрал, скорострел нет, и 13 раунд. Напишите, ребят, в чате на Live CS, как у вас дела, как вообще про стрим, лаги есть ли у вас, нет, ну и дальше продолжим. Так, ну что, яма идут, три игрока, вот ХАЕ уже в одну не получают, они, а ВП не попадает, у Пуза остается мало ХП, до миди выцепил щелку на полтора Тедди. Уже, оп, зря прошел Пуз, ну получил, все же, у него на разведочку пацан кинулся, Deathslay забирает Энзора. Ну
Ну и что, хай-тэч, еще минус Деслы. И что, пацаны пошли уже выходить на точку Б, я так понимаю. Ну 3 в 3, ситуация, получает уже хай-тэч, нейм-нейм, ебу. Разбил голову, ну и опрокинул на лопатки. Так, полтора есть, есть полтора, ХПГ минус дипа, бум-бум минус он, и еще что, был поджим где-то вот рядом. Точку Б идет устанавливать плент, но там до миди есть, которую стяжка как раз прошла, и будут сейчас контролить бомбова. Ну не пробегай, не пробегай, парень, ну нет, пропрыгал, как мы видим, АВП не достала его. Установка плента погнала, есть АВП у до миди, ну и он может его потерять, конечно же, вот увидели его. ХПГ 18 хп, знает, что он с банана, хедшот, бомбов, голова до миди. Ну и что, последний ХФГ ждет бомбов, опрокинул его. 14-5. Хорошая игра, однако, ну, раундов немного мы увидим. Я так понимаю, всего 21, но там уже как пойдет. Даже уже вчетвером играют пацаны из тима. Ну да ладно, опять же смотрим, опять же точка Б. 5-4 будет проходить этот раунд. Ну и что, такие фулбай. Нам на бай у команды, а? Ну и выходят. Выходит на мид. ХФГ минус Дэдди. Первого прокинул. Энзор еще делать размен. Можно точку Б уже, в принципе-то, прорвать. Но что они будут и пытаться делать. Дипа зашел уже в плента. Какой агрессивный у нас пацан. Ну и будет с респауна входить. Минус Зелень забирает Десл. Я распечатал Зелень. Точка свободна. Пацаны пошли на Б. Где есть нейм-нейм. Ну и бомбов, выставить ему крушительный хедшот. Последний у нас до миди. Ничего он просто уже не сделает. Это и так понятно. Ну и что? Последний. Ничего нету. Пацаны уже выходят. Я где-то раунд пропустил, что ли? Да нет, вроде. Может, завершили парни. 15 раунд при плюсовом команде Б. Ну и до миди. Последний игрок. И уже ему просто печаль, беда. Ну а так хорошо начали, пацаны, вот как мы видим, ретранинг ЛТВ происходит, и это последний раунд, я так понимаю, уже будет происходить, и уже произошел. Дамиди выбил девайс хай-тэча, он все же поставил одну голову, вторая голова, третий! Пацан творит, конечно же, чудеса какие-то непонятные. Ну и что, 15-5 счет, последний раунд, я так понимаю, втроем против пятерых играть очень сложно, тем более за защиту. Пацаны просто не вытянут. Ну давайте посмотрим, все возможно в этом мире, киберспорта. Ну, чуть-чуть сравняли шансы, пацаны вышли. Вышел один игрок еще у атаки, ну и все. Все, пацаны не успели даже раунда играть, как завершился матч у нас. 16-5, победа Team B. Ну и на этом уже, пожалуй, все. Один стрим, просто банальный тестинг у нас происходил. Всем спасибо за внимание, кто смотрел, кто не смотрел. До скорых встреч, с вами был Андрей Кондрат, и всем пока.